В Люберцах завершился конкурс «Педагог года». На этот раз за высокое звание боролись 40 участниц, но фарфоровые пеликаны достались лишь двум представительницам профессии. В номинации «Воспитатель года» победила Надежда Сабурова. Наша съемочная группа познакомилась с ней поближе. Надежда Николаевна, она очень добрая и заботливая. Этих слов, пожалуй, достаточно, чтобы описать Надежду Сабурову. Заботиться о детях она начала, когда еще сама была подростком. Хотела работать учителем, но в институте планы поменялись. Я училась на учителя русского языка и литературы, проходила практику на последнем курсе. Когда пришла в школу, я поняла, что мне некомфортно. Когда я попробовала работать в детском саду, я почувствовала, что это мое. Предчувствие не обмануло. Уже 11 лет Надежда Сабурова работает воспитателем. Из них 4 года в детском саду «Белоснежка». Здесь педагог занимается самыми взрослыми воспитанниками, которые готовятся к выпуску. Креативный, интересный педагог, который постоянно ищет новые творческие возможности для себя. И, конечно, она пробирует их на наших детях. Детям интересно. Она придумывает всевозможные конкурсы, досуговые мероприятия, ведет дополнительное образование. Именно поэтому Надежде Сабуровой доверили представлять детский сад «Белоснежка» в конкурсе «Педагог года». В том, что она справится, сомнений не было ни у кого, кроме самой участницы. Уверенность в победе появилась только во время финального выступления. Надежда Сабурова уверена, добиться победы удалось благодаря сплоченной команде. Репетиции с коллегами проходили и в будни, и в выходные. Значительную роль сыграла и семья. Со мной готовились, по ночам сидели, готовили заготовки для занятий. У меня есть такие фотографии трогательные. Это просто они молодцы. И мне кажется, это вера всех моих близких и родных помогла мне одержать победу. Городской этап конкурса позади. Теперь предстоит борьба за звание лучшего воспитателя Подмосковья. А это значит, что испытания будут сложнее, а судьи строже. Хотя самую главную и значимую оценку Надежда Сабурова получила давно от своих любимых воспитанников. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.